Всем привет, с вами Прия. Сегодня купил наконец-таки за 1000 пробуждающих сущностей легендарочку на своего ДК, но так как у меня уже есть абсолютно все легендарные предметы на ДК, мне выпал легендарный предмет для Варлока. И сейчас я его вскрою. Начнем же. Вскрывать буду на спек демонолога, кайфую в нем. Много питомцев, радуюсь и просто доволен этим. Поехали. Сейчас что-нибудь Зевс упадет. Пулка желания Кил'джидена. Мне кажется, другой тринкет в принципе никакой упасть не может, потому что первая лего на охотника, которую я вскрывал аналогично пересылкой такой, это было пылкое желание Кил'джидена, на Варлока теперь тоже. Весьма забавно. Окей. А что я сделаю? Я сделаю вот так вот. Ну и поставлю ее куда-нибудь вот сюда. Вот, а собственно суть-то вся в чем? Касательно вот этих пересылаемых легендарок и всего прочего. Смотрите. Те персонажи, которые получили абсолютно все легендарные предметы на свой класс, они могут получать легендарные предметы для других классов. Пересылать их и на 101 уровне, собственно, вскрывать. Что, собственно, я и делаю. Ну вот. Лутаю такие вот прелести. А также, в текущий момент, за 1000 пробуждающих сущностей, можно купить легендарный предмет. И если на персонаже, на котором вы это сделали, у вас будут все легендарные предметы, то вы получите легендарочку для любого класса. Так что дерзайте. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. До скорого.